Правительство России запретило вещества, входящие в состав спайса. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о включении новых психотропных соединений в перечень наркотических средств. Иными словами, оборот спайса запрещен на всей территории России. Напомним, меньше чем за месяц курительными смесями в России отравили 700 человек, из них более 25 погибли. Теперь за распространение спайсов может грозить 8 лет тюрьмы.